Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Мы находимся в Праге, в отеле Downtown. И сейчас я покажу, как настроить сейф в номере этой гостиницы. Для этого нужно сейф, когда вы в него что-то убрали ценное, закрыть, ввести любую цифровую комбинацию из четырех чисел и нажать на решетку. Теперь, для того, чтобы открыть сейф, надо опять ввести выбранную вами цифровую комбинацию. Сейф у нас открыт. Вот таким образом, в номере этой гостиницы настраивается этот сейф. Спасибо за внимание к этому видео, дорогие друзья. Путешествие по Праге продолжается. Всем всего доброго. До свидания.